Добрый день! Сегодня заменим передние тормозные колодки на автомобиле Mazda 6 2010 года, 2-литровый автомат. Начнем с того, что мы подняли автомобиль, подкручиваем колесо и дальше уже будем менять колодки. Откручиваем один нижний болт, головка на 14. Поднимаем цилиндр. Шланг позволяет его поднять, поэтому снимаем возвратные пружины. Снимаем старые колодки. Немножко не дошло до пискуна. Цилиндр вдавливаем. Приспособление специальное. Поршень при этом ровно входит в цилиндр. Так, ну сейчас мы опустим и тормозную жидкость уберем. Лишнее. Так, жидкость убрали. Там получилось 30, где-то 40 грамм лишнего. Вдавливаем цилиндр. Цилиндр мы вдавили, проверяем направляющие. Вот это мы сейчас помажем, туго ходит, это мягенько ходит. Да, закисло. Сейчас ее почистим, протрем, смажем и поставим. Так, почистил направляющую. Использую тойотовскую смазку высокотемпературную специально для суппортов. Она идет такая от розового цвета. Мажем направляющую, резиночку. Слишком много не надо, но должно быть все смазано. И ставим на место. Управляющая ходит, но это мягенько, это мы не трогаем. Родные радиаторы со старой колодки мы снимаем и ставим на новые колодки. Также и здесь тоже. А, здесь у нас слетел радиатор. Вот со второй колодки радиатор. Переставляем на новую. С новой колодки родные радиаторы убираем. Колодки Хайкю корейские. Номер их по Самсунгу SP1475. Mazda 6 передние. Устанавливаем радиатор. Здесь фиксирующая скоба от температуры отошла. Мы ее подгибаем и защелкиваем. С пискуном мы ставим внутреннюю колодку.
Все, обе колодки установлены. Опускаем цилиндр. Берем возвратные пружинки и устанавливаем в эти отверстия. Верхнюю. Также устанавливаем нижнюю. Все, пружинки установлены. Закручиваем болт. Держим направляющие и затягиваем болт. Усилия должно быть достаточным, но не перестарайтесь, чтобы не сорвать. Колодки заменены. Ставим колесо. И обязательно, как и на всех и других колодках тормозных, нажимаем на педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки поджались, чтобы тронулись, и у вас сразу были тормоза. Всего вам доброго!